Приветствую! Мой канал, особенно в сезон, посещают тысячи, даже десятки тысяч уникальных, потенциальных обладателей той или иной ипостаси шоссейного велосипеда. Если ты среди них, то это видео для тебя. Но, возможно, и старые волки сочтут видеоматериал пригодным. В любом случае, первое, что нужно при выборе шоссейного велосипеда, это выбрать подходящий вид под запланированный тобой сценарий использования. К примеру, endurance направление, то есть шоссеры с не самой спортивной геометрией или посадкой ездока, на них можно ездить комфортно, но и для опытных они хороши, особенно на дальние дистанции. Есть гоночные, исходя из названия, вы, скорее всего, собираетесь потягаться с кем-то в реальных соревнованиях, либо на сегментах в страве. Есть ЦК или циклокросс с более широкой покрышкой, гревел, и еще шире покрышка фитнес-байк, который имеет более привычный руль. Если ты не уверен в том, какой именно велосипед тебе нужен, то ты всегда можешь спросить меня, либо выбрать что-то универсальное, стало быть, гревел-версию. Второй пункт. После нахождения в теории подходящего для ваших целей велосипеда осталось найти не просто какой-то гревел, или как здесь вот, гоночный шоссейник, а тот, который подходит именно для вас. На канале множество видео по нахождению подходящего размера рамы. В основном люди грубо ориентируются по внутренней длине ноги. Более углубленный поиск, однако, подразумевает не только это значение, но и длину туловища, рук и так далее. Опытные консультанты, которые в том числе занимаются байкфитом, помогут вам еще больше при выборе подходящего велосипеда, даже если после пробной поездки у вас остались сомнения по поводу размера рамы в ту или другую сторону. Третий пункт – инвестируемый бюджет и что можно получить за ваши деньги. Шоссеры начального уровня поселились в ценовом диапазоне от 600 где-то до 1000 евро. Я говорю о ценах без скидок на новые велосипеды. При этом вы получаете компоненты начального уровня и велосипеды в среднем довольно-таки тяжелые. Это правильно, ведь в велоспорте экономят на каждом грамме, что, однако, не должно становиться вашей целью, особенно при ограниченном бюджете. Средний класс заканчивается в районе 1500 евро. Здесь уже изредка встречаются карбоновые рамы на компонентах начального уровня, либо алюминиевые скакуны с уже средним классом обвеса. Вес велосипеда зачастую не превышает при этом 8 кг, в зависимости от вида, конечно. Можно выбрать между механическими и реже гидравлическими дисковыми тормозами. От 1500 евро можно встретить уже карбоновые сборки более высокого класса, что выражается в большей жесткости, ну и компоненты среднего уровня. Ну и топ-уровень от 3000 евро и выше предлагает топовые компоненты. Заметьте, не хорошие, а топовые, ведь компоненты начального уровня и среднего уровня лишь незначительно отличаются от топовых, в основном в категории веса, и тоже хороши. Можно испробовать электронную группу за этот бюджет, группу переключения, или остаться на механической. В общем, любой каприз за ваши деньги. Подытоживая, в этом пункте стоит сказать, если ты новичок в спорте и даже толком не знаешь, будешь ли ты инвестировать столько времени в спорт, сколько денег хочешь отдать, то я не стану рекомендовать подумать еще, потому что аппетит приходит во время еды. Лучше взять зарекомендовавший себя шоссейник начального уровня, и кто знает, может, когда-нибудь ты его перерастешь, этот начальный уровень, и апгрейдишь компоненты, а может, ты полностью сменишь велосипед. Не попробовав, не узнаешь. Ну и в самом плохом случае, если это вообще не твое, то ты меньше всего денег потеряешь. Четвертый пункт при покупке велосипеда, когда уже известно, что рама подходит, велосипед под тебя, это обратить внимание на трансмиссию, которая является таким элементом передачи кайфа от дороги тебе и обратно. Очень важно подобрать трансмиссию под себя и местность. Для новичка рекомендую смотреть на велосипеды, имеющие спереди систему компакт, стало быть, 2 звезды на 50 и 34 зуба. Сзади настоятельно рекомендую взять длинный переключатель или переключатель с длинной лапкой. Так вы сможете поставить не только кассету 11.28, но и при надобности даже 11.32 или 34. С такой трансмиссией поездки в гору можно будет совершать с удовольствием, а не таская велосипед в гору, так как не можете больше продавить педали. Мы говорили о покупке велосипеда в магазине или по интернету, но что если магазина рядом нет, или ценник кусается, выбор мало, а интернет-заказ кажется слишком рискованным, ведь пробную поездку перед покупкой не сделаешь.
К пятому пункту. Покупка БУ – это всегда сложно и зависит от случая, локации и конкретного продавца. К сожалению, без опыта или друга на твоей стороне, который уже повидал много и подскажет, можно нарваться на недобросовестного продавца, который может либо цену загнуть, а ты не сможешь оценить, легитимен ли такой ценник, либо, что еще хуже, умолчать о неисправностях или дефектах. Если вы покупаете БУ, то тут совет железный. Обязательно встретитесь лично с продавцом, сделайте ту же пробную поездку, договоритесь об этом заранее, при этом решите все возможные вопросы заранее. Если продавец заортачится, то лучше переплатить в магазине. Все-таки стоит иметь в виду, что личный опыт стоит либо своих денег, либо слез и денег. Шестой пункт – одежда и аксессуары. Снаряжение велосипедиста на велосипеде, конечно же, не останавливается. На все остальное для поездки следует иметь тоже отдельный бюджет и отложить в районе 200-300 евро. Что вам пригодится в любом случае и можно смело приобретать первым – это шлем, очки для безопасности глаз и далее идет тюнинг скорости и повышение комфорта. Облегчающие шорты с памперсом или подушкой, шорты с лямками поставлю вперед остального, потому что дальше идут, ну, вот, чисто ускорители. Джерси – это специальная облегающая футболка с задними карманами, специальная обувь с шипами и контактные педали. О них специально для новичков как-нибудь позже. Далее можно подумать о технике, сенсорах, велокомпьютере. Карманы в джерси для седьмого пункта. Вам нужно будет приобрести обязательно насос, он может быть напольный для дома, и маленький для того, чтобы брать с собой. Несколько камер, покрышку и простой сет для вулканизации или заплатки. Также пригодится мультитул. Я использую его даже, когда собирал вот эту мебель в квартире. Таким образом можно будет сэкономить на такси, если вы прокололись, или при точечной настройке велосипеда уже после покупки не придется еще раз в магазин идти. Отсюда перейдем плавно. Восьмой пункт. С мультитулом вы можете впоследствии еще несколькими инструментами, хлыстом, к примеру, и ключом для кассеты, можно за небольшие деньги начать экономить в долгосрочной перспективе, то есть выполнять базовые замены самому или проводить инспекцию. На канале куча видео по замене кассеты, цепи и других компонентов велосипеда. Потихоньку начинай обучаться, ведь это бесплатно. Также на поддержании велосипеда в опрятном виде и состоянии можно снизить риск больших затрат. К примеру, проверять тормозные колодки на предмет попадания туда металлической стружки. Это спасет обод твоих колес. Реже нужно проверять другие узлы, колеточный узел, рулевой стакан. Если ты планируешь ездить в плохую погоду, любую погоду, то интервалы можно будет укоротить. Все, велосипед и все нужное приобрели. Теперь осталось начать тренироваться и соответствующе при этом питаться. Сколько времени и как именно ты планируешь тренироваться, конечно же, будет зависеть от тебя и индивидуальных условий. Но если ты смог интегрировать 3-4 занятия по, скажем, часу и больше в неделю, то тут сложно сделать что-то не так. Тренировки в ознакомительном периоде стоит делать при низкой до средней интенсивности, а также потихоньку начинать делать интервалы. По питанию за рулем стоит придерживаться правила. Чем интенсивнее тренировка, тем проще должен будет быть источник углевода богатой еды, вплоть до жидких гелей или даже сахарной воды. При этом начинать есть при заполненных изначально резервуарах гликогена стоит лишь после часа, а то и больше поездки, в зависимости от вашей интенсивности. И последний, десятый пункт. Любительский велоспорт должен, конечно же, доставлять в первую очередь удовольствие, ведь денег он точно не приносит. Если ты только начал кататься или, в принципе, заниматься интенсивно спортом, то поездка в группе с другими велосипедистами может показаться вроде как отличной, веселой затеей, но для начала я бы рекомендовал поездки соло. Только так ты сможешь ехать на своем уровне и выполнять только те задачи, которые себе сам поставил. После того, как ты наберешься опыта, узнаешь свой велосипед и себя на нем лучше, оценишь свой уровень, можно задуматься о поездке в группе. Однако прежде стоит, конечно же, ознакомиться с жестикуляцией в группе. В любом случае, если ты не новичок на ютубе, то здесь жесты простые и понятные. Если это видео тебе понравилось и что-то принесло, то ставь большой палец. Если ничего не принесло и не понравилось, тоже ставь большой палец, ведь так ролик получит больше распространения и обязательно встретит того,
кому эта информация будет полезной. Если у тебя есть история, как ты начинал кататься на велосипеде, может, именно на шоссейнике, или начинал велоспорт, поделись со мной в комментариях, возможно, твоя история попадет в следующее видео. Истории вместе с видео или фотоматериалом можно присылать в директ, на инсту, скажем, или ВКонтакт. Это было все на сегодня. Спасибо за внимание. До-до.